Маладзечна. У маленькай панельнай кватэрцы на ўскрайку горада па начах заўсёды гарыць святло. З вечара да раніцы тут працуе малады таленавіты разьбяр Іван Ірвель. Яму 21 год. Ён працуе з дрэвам, ліпай, вольхай, сасной, грабам, грушай. Ён не выразвае побытавыя фігуры або прадметы. Не, Іван мастак. Веруючы і праваслаўны чалавек. Ён стварае іконы і крыжы з дрэва. Працуе па канонах візантыйскай школы. Одна з самых буйных і важных работ Івана Гірвеля – ікона «Тайная вечеря». Выканана ў тэхніцы рэльефнай дробнапластычнай разьбы. Дрэва – вольха. Малады майстар працаваў над кампазіцыяй 2 гады. Першай фігурай на іконе быў Христос. Потым апосталы – Пётр і Павел, апошнім – Іуда. Іуда атрымаўся больш яркім і аб'ёмным. Па словах разьбяра, зло заўсёды больш відавочна і контурна, таму на першым плане. Дабро ж не бачна, не мае выяўнай формы, таму сыходзіць на другі план. Дзешні Івана Гірвеля ведаюць у кожным праваслаўным храме. Ён з дзяцінства наведвае царкву і прыслужвае на літургіях. Год таму, па замове кафедральнага сабора Успення пра святой Багародзіцы, малады майстар зрабіў з дрэва херувімаў. І васьміканечныя зоркі для новага іканастаса. Приветствую, Иван Сергеевич. Приветствую вас, Диакон Дмитрий. Очень рад вас видеть. Я хотел бы вам сказать, что у меня снимает Беларусь, телевидение «Беларусь 3», программа «Новые люди». Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали про мою резьбу. Хорошо. Прежде чем рассказать про его резьбу, нужно сказать о том, что сейчас мы находимся в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно. Говоря конкретно про этот храм, одним из самых дорогих и очень красивых элементов храма является иконостас, который располагается сейчас за мной. И, конечно, очень многие элементы самого иконостаса невозможно где-то найти, возможно где-то купить. И приходится все делать в основном вручную. И одним из самых важных элементов и сделал дорогой и юный наш мастер Иван Сергеевич. Его служение не совершается механически. Даже его как человека, как простого человека, которого еще даже знали с младенчества, он проявил определенную любовь к самому богослужению, любовь к Богу, любовь к церкви. Храм Успення Пресвятой Богородицы у Молодечне – место для Ивана Гірвеля, для души и для служения. Тут он панамарить. Кожную неделю он приходит у церкву, как да помогши святарам, да, под час и после литургии, выконывая самую простую, незауважную, стиплую працу. Thank you.
мастатству. Тут отрымливают профессию актеры, скульпторы, режиссеры, мастаки. Отрымливая вышейшую мастацкую адукацию Иван Ервель. Амаль кожный день на учебу он проезжая с Молодечного Минск на электричце. Я преподаю на кафедре монументального спортивного искусства в академии. И сейчас собираюсь пойти на первый курс, чтобы сделать какие-то, внести поправки в работах студентов. Вот. Много талантливых ребят учатся в заведении, но сегодня хочется немножко сконцентрироваться на личности Ивана Ервеля. Он любит сработать деталь, вточить аккуратные фрагменты в свои работы. Он человек такой, который любуется каждым элементом своего холста. Явно, что он приверженец таких классических традиций. Ване подобается живопись. Живопись без экспериментов, без выноходок, без выкриков и выкликов. И он захопляется классичной итальянской школой эпохи Адраджения. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну лицо, да, но только сейчас раскрыто, конечно. То есть общее такое решение есть, это хорошо, что светлое на темном. Фон орнаментальный, какой у нас задача стоит. Вот, еще смотрите, вот форму вот этой одежды, что-то с ней надо сделать. Это пока что такой, да, какой-то стук какой-то, да. То есть все-таки какая-то появиться должна конструкция. Вот плечо, то есть вот связь шеи с плечом, вот надо, чтобы прослеживалось. Даже если это что-то обобщенное такое, стилизованное, все равно угадываться должно. Иван выучает техники письма Леонардо да Винчи, у тым ліку знакаміты прыём у мастацтве сфумата, калі персонажы на холсте выяўляюцца праз небачную дымку, празрыстасць, лёгкасць колеру. Ровно, точно, спокойно. Один раз на тыдзень Іван Ервель едзе ў цэнтр Мінска да сваіх вучняў. Малады мастак і разьбяр працуе настаўнікам у прыватнай школе сталярнага майстэрства. Гэта школа для дарослых і непрафесіяналаў. Хацелася б вам напомніць, як расположаны валокна дзерева і з якой стороны пачынаць вырізаць геаметрычны элемент. Мы пачынаем вырізаць вот з гэтай стороны, по волокну. То есть вот волокно идет, да? Вот стрелочкой его покажу. И то есть мы начинаем резцом вырезать отсюда сюда, к углу, к центру. Таким образом получается геометрический элемент. То же самое стрелочкой покажем вот здесь. Тут Иван выкладывает базовые речи вучням, які у 2-3 разы старэйшыя за своего наставника. У основным
геометричную резьбу. У вас контрастно смотрится, но чуть-чуть грязновато. Чуть-чуть грязноватые элементы. Чуть-чуть почище надо, ну а так, в целом, учитывая то, что вы учитесь, это уже очень высокий результат. Геометричная резьба – это плоский малюнок с фигурных клиноподобных выемок у форме трехкутников, прямокутников, квадратов, ромбов, окружностей. С Ваней мы познакомились в монастыре. Его порекомендовал мне инок Леонтий, как хорошего резчика, как специалиста, большого специалиста своего дела. В нашей школе он работает достаточно недавно, но тем не менее себя зарекомендовал очень хорошо. Разные у нас здесь ученики, вот, поэтому он каждому находит свой подход. Им это очень интересно, он вкладывает свою душу в это. Вот, ну, мы очень рады, что мы его нашли. Молодечно. Знов маленькой майстерні на ускрайку города горить святло. Тут працює молодий мастак і розбір Іван Єрвіль. З дерева він вирізує ікону з ліком Ісуса Христа. Ваня сконцентрований. У його руках вострі ножі і стамески. Він працює над дробними деталями. І він старанно і акуратно вистругує, ніби малює в очі Бога. Ікону молодий майстер робить по замові. Часто драуляні образи заказують знайомі, сябри, родні. Іван Гірвіль подарив такий самий образ Христа своєму першому наставнику Андрею Гамолку. Андрій Петрович і сьогодні викладає мастацьку резьбу по дереві у Молодіжинському музичному коледжі ім'я Михайла Агінського. Тут навученці спостерігають самі різні техніки і види резьби. От простой геометричной до складанной рельефной. Працуют над малюнком, учатся накалывать, подразать, моделировать, выпиливать по контуру. Рад вас видеть. Взаимно. Самого лучшего и самого первого учителя. Меня снимает телеканал «Беларусь-3», программа «Новые люди». И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали про меня, про мое начало. Да, конечно. Ваню я знаю очень давно. Еще в 7 классе его мама привела ко мне в мастерскую. Потому как Ване очень хотелось заниматься именно работой с древесиной. Свою первую икону он резал тайком от меня, я ее не видел. То есть я говорю, что мы, в принципе, должны начинать с простого и постепенно, ступенька за ступенькой, подниматься вверх. А он сам дома тихенько вырезал эту икону, принес мне, показал. Ну да, ошибок много, там, тут даже до композиции было, потому что он был еще совсем юн. Там, вот. А потом постепенно Ваня начинал уже делать какие-то, опять-таки, иконы, но он уже обращал внимание на мои работы, плюс моим советам прислушивался. И вот уже иконы постепенно стали приобретать хороший, правильный вид. На самом деле христианской тематикой я увлекаюсь. Очень много я делал икон и вырезал и частные коллекции, и для себя, для близких. И эти иконы, может быть, Ваню, наверное, вдохновили. Андрей
Петрович Гамолка не только научил Ваню Гервеля профессии разбира, и он передал каштовные веды молодому майстру и растлумачил, как канонично и по-мастацку с древа створать православные иконы и крыжи. Однако этому немагчыма научиться и немагчыма когосьці вучить без веры. Андрей Петрович, верующий православный человек, тому и майстерство иди от Бога и приходит до Бога. Метров 30 от Минска. Тут дейнічае свято-благовещенский мужчинский монастыр. Молодый мастак и разбяр Иван Гервель часто наведывается у гэтай мясціны. Эту икону написал масляными красками, то есть это не темпера. Но я буду изучать в академии на втором курсе иконы, которые уже будут конкретно темперой написаны. А вот это написано в стиле, ну вот в эпохе Возрождения художники писали на досках маслом. То есть классика иконы осталась, а классика живописи, ты от нее постарался, да? Да, отойти. Отойти. Раз Ваня приехал так само не один, а с Пресвятой Богородицей Владимирской. Эту икону он написал на драуляной дошце. Образ невеликих померов, але над ним молодый майстер працевал год. Некольки дён тому он скончил працу и привез икону, каб освятить и подарить Лядинскому мужчинскому монастыру. Потрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела мои зрели. Язык мой трость книжника скоро писца, красен доброту и паче сынов человеческих. Излияйся благодать во устах твоих, все городе благословите, Бог вовек. Припаяши меч твой по бедре твоей сильне, красотою твоей и добротою твоею, и на лице и успевай и царствуй, истины ради и кротости и правды, и наставить одинна десница твоя. Во имя Отца и Сына, освящается икона сия, благодатью Твоей Святого Духа, кропление воды сия священной. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Для вырубу иконы Иван выкарыстаў граб. Порода дрэва цвёрдая. Але менавіта дзякуючы гэтай якасці драўляная дошка не дэфармуецца з цягам часу. Абраз напісаны масляными фарбамі па канонах візантыйскай школы пісання. Однако молодый мастак додал лику Богородицы больше мягкий, легкий,
прозрыстый колір, каб падкрэсліць неземное цудадзейнае святло. Мастака і разбіра Івана Гірвеля прывёў бацька Сергей Александрович. Ён прафесійны баяніст, працуе выкладчыкам у Маладзечынскай дзіцячай школе мастацтва. Канцы навучальнага года у музыкантаў выпускны справаздачны канцэрт. Ваня не прапускае такія важныя мерапрыемствы для іх сям'і. Тым больш, што і маці на той жа сцэне. Татьяна Гірвель, кіраўнік хора. Вы знаете, Ваня у нас старший сын семьи. У него с детства проявлялись художественные способности. Но мы его отдали в музыкальную школу по классу баяна. Вот моего супруга он закончил. Да, было дело. Вот. И после школы музыкальной он поступил в колледж имени Агинского на отделение декоративно-прикладное искусство. Вот он у нас постоянно мастерил. И как-то просил на день рождения купить пилу, гвозди, резец. И вот как-то так вот он дома работал. И вот я решила отвезти его к педагогам, которые бы помогли ему, раскрыли бы его способности. Если есть у человека вера, то у него есть все для того, чтобы творить, и ну, он должен понимать, что Господь все дает. Если мы идем в храм и получаем то, что сам Христос может дать, то есть это дары Божии, то, в принципе, он все получит, что можно получить в жизни. После всех концертов и сустреч Иван Гірвель вертается в свою маленькую майстерню. Тут майстер нареште застанется у полной одиноте. Напереди целая ночь. Ночь, сквозь якую человек будет створать Бога человека.